Помимо образовательных учреждений, в столице республики обрабатываются места массового пребывания людей. Вокзалы, аэропорт, торговые центры и общественный транспорт. Каждые 2 часа бригада из 5 человек проводит санобработку в Сыктывкарском аэровокзале. Специалисты тщательно дезинфицируют все поверхности, которым чаще всего прикасаются посетители в течение дня. Это поручни, ручки дверей, кассовая зона. Особое внимание уделяют также местам для ожидания. В соответствии с методическими рекомендациями, обработка, дезинфекция всех поверхностей в аэровокзале и в автобусе в том числе проходит каждые 2 часа. Есть средства, которых достаточно, которые обеспечиваются своевременно. Этими средствами происходит обработка. Пассажирам требования у нас о том, чтобы обязательно были в масках. Есть информация и визуальная, есть информация по громкоговорящей связи, которая объявляет о том, что пассажиры должны быть находиться в аэровокзале в маске. На регистрацию без масок не допускается. Воздушная судно авиакомпания также не допускает без масок. Поэтому эта информация идет по громкоговорящей связи. Пассажиры слышат ее и соблюдают. На требования отмечают сотрудники аэропорта, посетители здания реагируют адекватно, большинство соблюдает санитарные нормы. В свою очередь аэропорт также создает удобные и комфортные условия для пассажиров. Например, здесь максимально разграничивают потоки людей. В зависимости от загрузки рейса к борту граждан подвозят 4-5 автобусов. Максимальная вместимость каждого до 40 пассажиров. Это позволяет соблюдать дистанцию.